Всем привет! Вы на канале Кухня на любой вкус. Подписывайтесь на новые интересные рецепты. Хочу поделиться рецептом печенья на сковороде. Для его приготовления вам понадобится 1 желток, 3 столовые ложки сметаны любой жирности, 1 чайная ложка разрыхлителя, 4 столовые ложки сахара, . Хорошо перемешиваем до полного растворения сахара. Три столовые ложки растительного масла. Добавляем просеянную муку. Всего муки уйдет примерно 300-400 грамм в зависимости от муки. Сначала делаем тесто как густая сметана, затем на столе замешиваем мягкое пластичное тесто. Раскатываем тесто очень тонко. И вырезаем любые фигурки, какие у вас есть дома. Можно вырезать круглую форму обычным стаканом. Жарим печенье на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны на медленном огне. Такое печенье можно полить сгущенкой или вареньем, будет еще вкуснее. Готовьте с любовью, а новые рецепты смотрите на канале Кухня на любой вкус. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях. И до новых встреч!